Всем привет! В остатках дневного света снимаю свой первый анбоксинг. И для меня это волнительный момент достаточно. Я довольно давно ждал эту посылку. Очень хотелось ее получить. Ну, сама доставка произошла очень быстро. За это отдельное спасибо. Называется Ярославская служба доставки. Вот. Может быть, кто-то уже догадался, что может прийти такого волнительного из Ярославля. Для, ну, как волнительного для определенной группы людей. Для людей, которые увлечены ножами. И тут все написано на этой квитанции. Я думаю, не знаю, видно, наверное, на видео. Мастерская братьев Шарогуровых, Ярославль. И адрес, надеюсь, не обидится на меня братья Шарогуровы, что виден их адрес. Это мы убираем. Помогает скрывать этот пакет. Сегодня будет такой вот ножичек. Ножичек, как ножичек. Довольно хороший, кстати, ножичек. Мьерка. Вот не помню, как называется. Мьерка Neck Lens. Вот как он называется. У него еще есть версия с двусторонней кинжальной заточкой. Вот. Ну, в общем, это сейчас не очень-то важно, потому что хотелось бы просто пробраться внутрь, смотреть. Очень красивая коробочка, очень красивая, с таким вот тиснением на крышке. Прям все очень здорово пока. Ну, по крайней мере, не знаю, стоит ли об этом говорить, но упаковки такого качества я не видел особо на ножах. Уменьшенная копия сертификата. Конечно, можно было носить с собой, не знаю, ну, многие носят. Я до конца не определился с этим, стоит ли все это носить. Но вот сертификат о том, что это не является холодным оружием. И вот сам нож. Я, признаться, ну, конечно, понимал, что он достаточно большой, в том смысле, что длинный. Теперь я понимаю, это еще лучше. Может, глупо звучит, но он на видео не выглядит, наверное, большим, но он реально большой. Это какой-то такой феномен. Ну, в общем, клиночек. Ну, не знаю, не супер идеально, но по центру. Видите, чуть-чуть он. Ну, как-то вот так. Я видел у многих на ножах у этих Шарогуровых все это прям совсем идеально. Или, может, оно и идеально. То есть, ну, не знаю, может, это просто форма ножа такая, что вызывается такая оптическая иллюзия, что-то не идеально. Не знаю, не разобрался пока. Еще внимательно не рассмотрел. Очень красивые клипсы на тех видео и фото, что я видел с этим ножом. Клипса была немного другая. Она была, ну, такого обычного серого цвета. А тут она, не знаю, передает это для видео, немного такая бронзоватая. Ну вот, если соотнести с цветом клинка.
Изумительно, изумительно все сделано. Очень красиво. Вот Клипса прям впечатлил меня почему-то особо. В общем, от слова к делу, надо попробовать его открыть. Это было очень приятно, очень гладко, очень мягко. Я даже приборщил с усилием, конечно. Немножко сухо как-то ходит клинок. Раскладывай. Ну, наверное, надо чуть. Ну, сухо, но идеально. Идеально плавно, что ли. Не знаю, как еще это назвать. Но с каким-то таким явно сухим трением. Очень удобно на руке. Прям вот по-всякому его можно взять. Накладки. Они, я бы не сказал, что гладкие. Они прям достаточно агрессивную текстуру имеют. Просто это сделано очень... Сама высота текстур небольшая. И накладки выглядят крайне аккуратно сделанными. Ох. Меня переполняют сейчас такие восторженные настроения. Очень мне нравится этот клинок. Я с ним хочу, конечно, поиграться, там поближе познакомиться, посмотреть, насколько он острый. Острый он, конечно, судя по всему, весьма. Потому как спуски на этом клинке сделаны так, что сами подводы очень, прям очень маленькие. Видимо, сведен нож прям совсем тоненько. Ну вот я руками прям даже трудно сказать. Я, ну, у меня просто никогда не было настолько тонко сведенных ножей. Вот. Спасибо, что разделили со мной эту радость, что смотрели на этот нож из Ярославля вместе со мной. Буду играться. Пока.